Сегодня мы начинаем второй месяц нашего курса. Первая неделя будет посвящена свободному времени. Как вы проводите свое свободное время? В первом диалоге будет опрос о том, кто как проводит свое свободное время. Вы узнаете много новых выражений и повторите те, которые когда-то уже знали. Во втором диалоге Юра и Оля будут обсуждать, как они и их знакомые проводят свое свободное время. У кого какие хобби и увлечения. Потом вы, как всегда, послушаете юмористический текст и будете активно отвечать на вопросы к этому тексту. Я желаю вам успехов и удачи, и мы начинаем. Вперед к успеху!